Дворец спорта «Триумф» стал эпицентром красоты, изящества и грации. Там состоялся турнир по художественной гимнастике, на котором выступили юные спортсмены из Москвы и Московской области. С организаторами и участниками соревнований познакомилась Луиза Егиазарян. Конец весны для юных гимнасток – время подведения итогов и демонстрация навыков, приобретенных за этот спортивный сезон. Удачно выступить на отчетном турнире важно для каждой из них. И даже перед самим выходом на ковер никто не расслабляется. Всего в соревнованиях приняли участие более 200 гимнасток из 8 округов Московской области и Москвы. Возраст участниц от 3 до 16 лет. Они выступали как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях. Маленькие девочки 3-4 года, которые первый раз участвуют в соревнованиях, они выполняют нормативы, сдают разные задания. Мостик, например, складка, бабочка и так далее. Судьи их оценивают, и девочки распределяются по местам и выигрывают свои первые медали. А взрослые девочки выступают в индивидуальной программе с разными предметами или без предмета. А также девочки выступают в групповых упражнениях. Это когда 5 гимнасток одновременно на ковре выполняют упражнения под музыку. За выступлением каждой спортсменки пристально следили судьи. Одна бригада оценивала трудности прыжков, поворотов и других действий гимнасток. Другая выставляла баллы по трудности предмета. Выступила я неплохо. Были, конечно же, ошибки. Еще стоит дорабатывать и работать, усиливать свое мастерство, улучшаться. Главное не место, я считаю, главное тот опыт, который я получила от моего выступления, от моей подготовки, и на место не ориентируюсь. Я уже выступила, настроение отличное. Ну, я когда была маленькая, видела в интернете видео, как девочки выступают, и захотела туда пойти. Призеров и победителей определили в каждой возрастной категории. А на торжественном параде сильнейших гимнасток наградили медалями, памятными кубками и дипломами. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.